Внимание участников турнира, прошу построиться командой. Уважаемые участники турнира, гости, сегодня мы собрались здесь, чтобы провести турнир памяти Героя России Сергея Владимировича Перца. Детский турнир мы проводим впервые. Слово предоставляется заместителю командира ОМОН подполковнику Крупнику Владимиру Николаевичу. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие ребята. Спасибо. В первую очередь хочу обратиться к вам, дорогие ребята, гости, родители. На самом деле впечатляет размах, потому что мы впервые присутствуем на таком турнире, детском турнире памяти Сергея. Мы свой турнир проводим с 2002 года. В этом году, в 2017 году проводился в сентябре месяце. Сейчас вы открываете турнир. Мне очень приятно, ребята, на вас смотреть. Вы такие уже взрослые и уже общаетесь с мячом очень хорошо, сам занимался длительное время футболом. Поэтому желаю вам удачи, бескомпромиссной борьбы. Этот турнир в памяти Сергея Владимировича Перца, с которым мы служили, он очень памятный для нас турнир будет. Я думаю, он будет неоднократным. Желаем вам здоровья, расти в футболе и в первую очередь уважать соперника. Молодцы, ребята. Всего вам доброго. Слово предоставляется директору ОНО ДРОСТ Дубровину Андрею Евгеньевичу. Ребят, всех вас рад видеть. Всем удачи. Главное, как вы сказали, без компромиссной борьбы, но и без травм. Уважайте друг друга. И в преддверии, в канун праздника, хотелось бы поздравить вас и коллег с Днем защитника Отечества. Всем удачи. Слово предоставляется представителю Центра спортивного воспитания «Витязь» Симонову Сергею Александровичу. Здравствуйте все. Уже, наверное, все основное сказано. От лица нашего коллектива огромные слова признательности и благодарности организаторам турнира, это многого стоит. Ну и спортсменам удачи, как и обычно. Справедливого судейства и пусть сегодня победят сильнейшие. А сейчас я даю слово ветерану череповецкого футбола, первому вратарю футбольной команды класса Б «Металлург» еще 1960 года Владимиру Федоровичу Русакову. Здравствуйте. Во-первых, разрешите от ветеранов, от себя лично поздравить вас, ваших родителей, устроителей этого турнира, с памятью футбола, посвященной памяти героя России Перца. Мне бы хотелось бы от ветеранов пожелать, чтобы этот турнир был постоянным, где бы вы могли оттачивать свое мастерство, общаться с друг с другом. И хотелось бы, чтобы у нас появились новые хорошие мастера. Желаю вам удачи, ребята. Сейчас Алексей Шмелев вручит вам подарок. На этом наша торжественная часть заканчивается. Сейчас прошу команды готовиться к играм, а перед этим выступит показательное выступление воспитанники Центра спортивного патриотического воспитания «Витязь».
Хочется сказать слова благодарности, наверное, уважения организаторам турнира. Сейчас заниматься детьми, хоть футболом, любым другим видом спорта, это дорогого стоит. Много нужно вложить в это своих собственных сил, иногда даже в разрез с чем-то другим, с работой. Молодцы ребята, инициативу их поддерживаем. Пусть все будет у них хорошо. Хочется пожелать удачи. Будем взаимодействовать дальше. Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы ведем наш репортаж с СКА-планета, где проходит турнир памяти героя России Перца Сергея Владимировича. Сейчас ко мне подошел сын Сергея, Владимир Сергеевич. Владимир, как вам впечатление о самом турнире? Очень приятно, что турнир проводится среди таких молодых ребят в честь отца, что помнят. Надеюсь, он будет на потоке ежегодный. Когда-то и мы были такие совсем недавно. Также бегали на турнире, кожаный мяч. Ну, всем ребятам удачи. Пусть победит сильнейшая команда. Спасибо, Володь.
А сейчас мы возьмем интервью с юного футболиста команды «Дрозд-2009». Представьтесь. Дружинин Семен. Семен, как тебе? Понравилась первая игра своей команды? Да, понравилась. А что тебе понравилось в игре своей команды больше всего? Выигрыш. А как игра складывалась? Нормально. Как задумано, так и складывалось. В общем, хотели победить и победили, да? Спасибо. А сейчас я беру интервью с игрока «Дрозд-2010». Представьте. Степаненко Иван. Ваня, вот вы играли с «Алмазом». Игра протекала в упорной борьбе. В общем, силы практически были равные. Ну что, как ты думаешь, не хватило немножко ребятам для победы? Ну, нам не хватило паса уверенности в себе. Ну и, наверное... Не реализовали выгодные моменты, да, которые были? Да. А как ты считаешь, вратарь соперника хорошо сегодня отстоял? Ну, да. Ясно. Ну, а как настрой на следующую игру у тебя, Вань? Попробуем выиграть. Все, спасибо. Ставим. А сейчас я беру интервью с игрока «Дрозда-2010». Никита Калинкин. Никит, вот как ты считаешь? Что не хватило команды для того, чтобы победили? Силы. Силы не хватило? Или просто не получилось реализовать моменты? Ну, силы не хватало. Силы не хватало, да? Ну, а как вот на следующую игру у вас хватит сил, чтобы с другим соперником сыграть? Ну, мы постараемся. Хорошо. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Сосоев Дима. Дим, ты игрок команды «Спарта». Вот сейчас у вас проходит игра. Вы пока выигрываете, по-моему, 2-0, да? Вот первую игру, скажи, вот вы проиграли. У вас как настроение на вторую игру? Поднялось. Поднялось, да? И, в общем, вы настроились, да, на вторую игру? Ясно. Спасибо. Thank you.
Нашел игрок команды «Алмаз». Представьтесь, пожалуйста. Кореляков Дима. Дим, вот вы первую игру играли и выиграли 2-1. Вот как ты считаешь, игра команды была хорошая, нет у вас? Хорошая. А что, как бы, тебе соперники понравилось? Вот соперник тоже у вас был очень серьезный. Как ты смотришь? Не знаю. Ну, то есть ты как бы не можешь оценить игру соперника, да? Только оцениваешь игру своей команды. Вот ты когда гол забивал, как все это произошло? Первый гол я забил головой, потом с углового мне подали, и я забил тоже головой. Тебе нравится забивать головы? Угу, очень. Как настроена вторую игру у тебя? Хороший настрой. Ну, спасибо большое тебе. А сейчас ко мне подошел футболист команды Бабаева. Спутник. Представьте. Виноградов Илья. Илья, тебе нравится вот участвовать в этом турнире? Да, нравится. А ты сам-то вот давно занимаешься футболом? Да. С 4 лет. С 3 лет. Ясно. Ну, как считаешь, вот турнир нормально проходит? Нет. Команда у нас проигрывает. Проигрывает, из-за этого плохо, да? Но я думаю, что еще впереди есть у вас игры, и я думаю, вы можете поправить свое положение, да? Угу. Ну, желаю вам удачи, не расстраиваться. Всего хорошего. А сейчас я беру интервью еще у одного игрока команды Бабаева. Представьтесь, пожалуйста. Спутник. Как? Спутник. Спутник. Игрока Спутник, а как ты? Фамилия-то твоя? Мифантьев. Как? Мифантьев. Мифантьев. Давно занимаешься футболом? Да, 2 года. Нравится? На турнире нравится играть? Да. Ну и как настрой-то у вас? Хороший. Хороший? Ну... Сейчас считаешь, как команде, чего не хватает вот сейчас команде? Не знаю. Ну, немножко везения, наверное, да? Ну, я желаю вам удачи в сегодняшней игре. И всего вам хорошего. Спасибо.
год. Так что, надеюсь, в следующем году вы выступите более удачно. Но вы сыграли все хорошо. Что Молотов, что команда Череповца. Ну, немного вам, ребят, не повезло. Ну, ничего страшного в этом нет. Я думаю, что вам надо сказать огромное спасибо и руководителям команд, и вам, ребята, за участие в этом. А сейчас мы награждаем команду «Ровесник» за участие в турнире. Капитан команды, прошу подойти ко мне. Командир ОМОН, Крупник Владимир Николаевич. Ребята, награждается команда «Дрозд» 2009 года за 4 место в турнире по футболу памяти Героя России вместо Сергея Владимировича. Капитан команды. Капитан команды. Молодцы, ребята, молодцы. Очень красиво играли. Давайте, медаль.